На самой вершине Дублинских гор, недалеко от Тикнок и Трирокс, находится гора, с которой видно аж целых 6 графств и 2 страны. А еще здесь на горе находятся остатки замка фей, Фейеркасл. Их датируют примерно 3000 лет до нашей эры. Вот когда-то наши предшественники 1000 лет 5 или 6 назад собрали эту конструкцию для того, чтобы феи радостно собирали здесь в погожую ночь 31 октября и проводили свои обряды. А вот что вокруг видно. Вот видно гору Шугрлов и графство Виклу. Оно такое гористое у нас все. Вот тут чуть за горами Виклу должно было видно быть графство Килдер, а потом справа от него графство Витмит, а потом графство Мид, Дублин, естественно, графство Лиш. И вот там вдалеке видны горы Северной Ирландии. Это графство Арма и Ньюри. А если посмотреть в эту сторону, то будет видно море. И в хорошую погоду Валийский берег. Вот видно Киллайни Хиллз. Ну, какие-то дальние-дальние тени от острова Энгельси. А всего-то это в 20 минутах езды от Дублина. Ну и потом подняться в горку еще 23 минуты.